Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Продолжаем обширную тему тюркско-германских языковых параллелей, то есть соответствий слов в германских языках и тюркских языках со смысловым значением. И иногда бывает просто идентичное и по произношению слова, и по смыслу. Можно это слово объяснить, например, с позиции тюркских языков. И, конечно, для нас является интересным это исторические письменные источники, исторические письменные памятники исландского народа. Исландцы, они вообще живут на острове, далеко. И у них, получается, их язык наиболее близок к древнегерманскому языку. И в Ведде есть наиболее известная сага, то есть Эдда состоит из саг, из эпических сказаний. Наиболее известная сага в Веддах – это сага о Нибелунгах. И там есть такой персонаж, как Кримхильда. Это мать Гудрун, которая магическими колдовскими способами разлучила Сигурда с Брунхильдой, что означает имя Кримхильда. Ну, если смотреть с любых других языков, с точки зрения любых других языков, это непонятно, что означает. Но с позиции тюркского языка это ясно и понятно. Кримхильда. Кримхильда. Курим – это красота. То есть пришла красота, так переводится имя. Это и достаточно коварной особы. Умной, коварной особы, которая достала, добыла, скажем так, счастье своей дочери через вот то, что вот разлучила влюбленных изначально друг друга Сигурда и Брунхильды. Сигурда и Брунхильда. Вот так расшифровываются имена вот главных героев этой сказки, саги о Нибелунгах. И вот эти языковые параллели, эти языковые соответствия имеют под собой историческую основу, потому что германские народности племена 150 лет находились в составе гуннского каганата. И знаменитый Аттила, предводитель гуннов, Едиль-Каган, он увел предков германских народов с территории северного Казахстана и Южного Урала в Западную Европу. И под предводительством Едиль-Кагана германские народности вытеснили, можно сказать, даже выбили кельтов с сисканной своей территории и заняли эти территории. И уже почти 2000 лет живут на той территории, которую смогли получить только вследствие того, что участвовали в процессе, который получил в истории такое красивое поэтичное название «Великое переселение народов». И возглавил этот процесс Едиль-Каган, он же Аттила. И был он каганом гунна. Гунны – это гунн, солнце. То есть гунны – это солнышки, которые вот естественное движение солнца с востока на запад, вот, захватив некоторые народы, вот, привели их в Западную Европу. И до сих пор потомки германских народов, которые участвовали в этом великом переселении народов, живут в Западной Европе. На этом вот конкретную вот эту языковую параллель Кримхильда, Кримхильда я объяснил. До свидания, до новых встреч.